загрузка на ПРБ, дует ветер сильный. Значит, на крыше вот по 3 ремешка на каждой жесткости. И надо следить, чтобы они были целые. Потому что оно рассчитано удержать крышу. И когда сильные порывы ветра, бывает, крышу срывает, и оставшиеся ремешки не держат, если там через один-два нерабочих оборванных. Их бывает грузом обрывает, если груз под крышу. За этим надо следить. В Провансе мистраль дует такой, что на платежке видел, крышу сорвало. И дедушка ползал, ничего не мог с ней сделать. Ну и штору вот так тент надувает парусом. Я покажу, как тентовать. Постараюсь показать, как тентовать, как тент поставить на место при таком ветре. Потому что можно на нем повиснуть, покататься и не приблизить даже к прицепу. Есть такие ветра. Сначала тент на той стороне ставится, на которую ветер нажимает, которая его будет прожимать. И уменьшаем парусность второй стороны. Она уже не надувается, уже легче. И двери должны быть закрыты. Если и дальше надувается пузырем тент, то его можно фиксировать вот этими закидками за нижнюю обвязку ближайшие, прижимать, и тогда пузырь этот уменьшается, и перехватывать через несколько штук. И после того, как направляющие штанги удастся вставить на место, тогда отцепляются эти крючки, производится натяжка по продольной оси, по горизонтали и по вертикали этими ремешками.